Сейчас мы с вами находимся на территории парка Кайрата Рыскулбекова. Это один из героев движения «Жильтоксан» 1986 года. История этого парка довольно-таки интересная. Сам парк был разбит в конце 50-х, начало 60-х годов, когда город Джамбул, тогда он назывался городом Джамбул, проведена генеральная застройка центральной части города. Была создана площадь, бывшая площадь имени Ленина, были построены административные здания, и рядом с центральной площадью был разбит вот этот вот сквер, вот этот вот парк, которому было дано имя Комсомола, то есть парк назывался Комсомольский. В 1991-92 году, когда Казахстан приобрел независимость, парк был переименован в парк «Жильтоксан» имени Кайрата Рыскулбекова. То есть парку было дано имя одного из героев восстания в городе Алматы 1986 года, в декабре 1986 года, декабрьским событием. И уже в 2018-2019 году парк был полностью перереконструирован, то есть был полностью приведен в порядок. Были спилены и убраны отсюда старые сухие деревья, были высажены новые деревья. Парк был полностью перестроен, переоборудован и реконструирован. Сам парк включает в себя 7 объектов. Это первый основной объект, это за моей спиной памятник Кайрату Рыскулбекову, как я уже сказал, герою событий в городе Алматы, декабрьские события 1986 года. За ним находится небольшая экспозиция музея «Жильтоксан», посвященная движению декабрьских событий 1986 года. Хочу сказать, что это единственный парк в Казахстане, который назван в честь Кайрата Рыскулбекова, который являлся, кстати, нашим земляком. Он выходец с Майнкумского района Жамбылской области. И пока еще у нас в Казахстане единственная экспозиция, единственный музей, посвященный тем далеким декабрьским событиям 1986 года, прошедшим в городе Алматы, тогдашней столицей Казахской ССР. Кроме памятника и музея «Жильтоксан», здесь находится на вот этой вот центральной аллее памятник символу огня, олицетворяющий память и вечность. Вечность памяти в честь тех декабрьских событий. Сюда также включены спортивная площадка, детская площадка, шахматная площадка. И здесь на территории парка выстроена кумысхана «Гибрат», владельцами которой является крупное крестьянское хозяйство «Шаушен», тоже работающее на территории Турар-Рыскулбекского района Джамбульской области. Парк является очень таким, после 2018-2019 года, после его реконструкции, он является одним из основных таких объектов, где постоянно отдыхают жители нашего города, гуляют здесь. Здесь постоянно в очень сильную жару, летом в июне, в июле, августе, постоянно находится прохлада, такой микроклимат создан, который очень удобен для жаркого южного города. 2018-2019 год ознаменовался для нашего города тем, что здесь начались активно преобразовываться парковые зоны, зоны отдыха нашего города. В частности, кроме того, что был полностью реконструирован парк «Жильтоксан» имени Кайрата Рыскулбекова, была реконструирована полностью вот эта вот аллея. Здесь когда-то находился старый фонтан, и он был полностью перестроен, реконструирован и назван «Жильтоксан Толкына». Это самый длинный фонтан в нашей республике. Протяженность его 220 метров. Начинается он от улицы Казыбек-би и тянется до проспекта Толеби. Сам фонтан сделан из дорогого белого мрамора. Украшен фонтан различными скульптурными изображениями. В частности, это изображения, символы свободы казахского народа, крылатые барсы, беркуты. Также здесь присутствуют скульптуры мифических, легендарных крылатых коней тулпаров. На каскадах фонтана изображены барельефы, лейтмотивами которых являются декабрьские события. Уникальность и интересность этого фонтана в том, что вечером, когда спускаются сумерки над городом, включается подсветка разноцветная, красный, зеленый и синие цвета, с которыми перемежевывается вода, и появляется такой очень интересный, своеобразный игра цветов и воды. Сейчас мы находимся перед памятником великому сыну казахского народа, общественно-политическому деятелю, любимцу, национальному герою Толеби, который являлся одним из вождей казахского народа,
который объединил казахские племена и рода, жузы, в единой борьбе против джунгарского нашествия. Родился Толеби в 1663 году в урочище Жайсан на территории нынешнего Чуйского района Джамбульской области. Является нашим земляком. Памятник стоит на входе к аллею Желтоксан Толкуна. Сам памятник стоит на 6-метровой 30-тонной гранитном постаменте. Сама скульптура высотой 5 метров, весит она 5 тонн и сделана полностью из бронзы. Автором проекта, автором памятника является заслуженный художник-скульптор Республики Казахстан Аманат Назаркулов и Тимур Ермеков. Сам памятник был открыт 350-летию рождения Толеби 25 октября 2013 года.